Я пропустил где-то 2 месяца, я не дрался. Была пауза, нужно было. В этом бою очень многие говорят, что с маленьким соперником очень просто работать. Ты высокий, у тебя длинные руки. Очень сложно работать, потому что он очень подвижен, и ты должен уловить его. Это очень... Приспосабливаться к манере ведения боя своего соперника, потому что был перерыв, и очевидно, нужно было действительно их... Ну, тренировкой, да, может быть, Рник выглядит весьма внушительно, иногда вот такие наскоки. Да, он резок, у него короткие руки, но это хорошие рычаги для жестких ударов, и он наносит их очень быстро, дабы не пропустить эти удары. Но ныряет слишком низко, вам, очевидно, все-таки действительно, как вы говорили, приспосабливаются к такой манере. Но приспосабливаются наши, реагируют на вот такие движения своего соперника. Володь, ну все, уже пора, наверное, финишировать в этом бою. Так для себя решаешь что-нибудь? Конечно, вот я ищу разведка боя в самом начале, первые минуты. И потом я нахожу те самые слабые места у моего соперника и стараюсь, чтобы мои удары достигли цели. Сейчас мы увидим. Потому что были такие мощные удары, я не знаю, как... Все время удивляюсь, как они сильнейшие удары. Конечно же, это... Вот соперник пропускает их. И по идее он проигрывает. Да он не по идее, он проиграл.